Мы сегодня слышали много, когда про Володя говорил, много читали, много слышали. Но вы знаете, что я хочу обратиться к некоторым моментам места Писания. О том, что было начало сочитано, то, что сейчас говорили братья, читали, некоторые моменты, они все очень важные. И знаете, когда мы вникаем в Слово Божие, когда мы исследуем, написано, исследуйте Писание, ибо через него думаете иметь жизнь вечная. Я напомню место Священного Писания, которое мы уже слышали. Когда же народ, это Луки 3 глава, 15 стих, когда же народ был в ожидании, все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Заметьте. Иоанн всем отвечал, я крещу вас водою. И он сильнейший меня, у которого я не достоин развязать рамень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Скажите, кого крестил Христос? Почему Иоанн так сказал? До настоящего дня, до настоящего момента, до взятия церкви от земли, это слово действие. Он крестит духом и огнем. Помните, я читал в прошлый раз, я его сейчас напомню, этот момент. И 12 глава Луки, 49 стих. Огонь я пришел неизвестно землю, о как бы желал, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам на разделение. Я не буду сегодня останавливаться над этими местами, я уже говорил об этом. И там говорится, отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, двое против трех. Почему они не едины? Почему Господь сказал об этом? Почему пятеро не вместе? Я не раз стоял этим вопросом. Я говорю, Господи, почему? Возьмите даже в нашем городе Баффало. Я не говорю за домы и семьи. Но здесь говорится, отныне пятеро в одном доме. Заметьте, в одном доме. Не говоря о церквах. Почему они не вместе? Потому что Бог сказал, что это будет. Разделятся трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, дочь против матери своей, кровь против свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, точно говорите, дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает. Лицемерие. Лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем вы и по самым себе не судите, чему должно быть? Я взял о крещении. Христос сказал о крещении огонь, который я пришел неизвестно землю. Он как бы желал, чтобы он уже пришел и возгорелся. И вот это место Писания о том, что я хочу именно подчеркнуть, что здесь он сказал. Крещением должен креститься, я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли я пришел дать мир земле? Вопрос. Нет. Говорю вам, разделение. Здесь не идет речь, если вы меня неправильно поняли в прошлый раз, я сегодня повторюсь. Здесь не идет речь, почему? Потому что мне как-то позвонили и сказали, ты что там несешь? О каком, что Христос пришел на землю, на небе пели радость,
Мир на земле, в человека благоволение, ты сказал, что не принес мир. Так написано, это не я сказал, Христос. Но эта тема идет, вот здесь он говорит, огонь я пришел неизвестно на землю, о, как бы желал, чтобы он уже возгрелся. Огонь Святого Духа, который сжигает все нечистое. Всякое лицемерие, всякую зависть, всякую ложь, всякое лукавство, всякое себелюбие, эгоизм и так дальше. И он говорит, я пришел, что принесть мир на землю. Заметьте, что он говорит. О, как бы желал, чтобы он уже возгрелся. Я думаете ли, что я пришел дать мир земле? Дать. Будьте внимательны. Слава Вышних Богу, а на земле мир человека благоволения. Здесь идет о другом мире речь. Я, думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Что от этого мира? Он не пришел это дать от этого мира. Мир земле, мирская жизнь, мирские обряды, мирская зависть, мирское это богоотступление и так дальше. Я не пришел дать этот мир, светская жизнь, светское поведение, светское одеяние, светская музыка. Это мира сего. Я не пришел дать этот мир, разделить. В мире будете иметь что? Вот о чем идет речь. Вот о каком мире идет речь. Я пришел разделить. Вот и здесь идет речь. Мне. А ты отделил в своей жизни? Или нет? И вот здесь поэтому он и Луки, сегодня мы слышали это слово. Я крещу вас водой, но ее сильнейший, который не достоин, ремень обе, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Причина во мне. Если бы я был в этой силе и крещенным этот огнем, ты бы не сидел бы сегодня просто беспечно. У меня был гореть огонь молитвы, славы. Благодарение. Мне есть что сказать. Мне есть о чем говорить. Мне есть о чем молиться. Мне есть о чем славить Его. Мне есть что-то просить у Него. Я увидел в своей жизни еще то, что вот этого мира. Меня держит, как брат Володя говорит, взять этот кулек, сложить и выбросить. Оно не нужно мне. Оно просто мешает. А я не только говорю, кулька выбросить, а из мозгов тоже надо выбросить. Ибо написано даже из сердца. И вы говорите, из сердца исходит что? Злые помыслы. Видите? Мы можем кулек связать, а в сердце остаться. То нужно и кулек, и сердце выбросить. Из сердца эти злые помыслы. Если мы этого не сделаем, мы не будем крещены этим огнем. Если мы в мире этим вместе, он пришел разделить. Почему он сказал пятеро? Не будут вместе. Почему? Потому что у кого-то будет этот мир и этого мира. Лопата в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Смотрите, какая резкая перемена речи. Здесь он говорит о огне, о крещении, а тут лопата. Очистить и солома. Знаете почему? Чтобы я увидел, кто я. Солома или пшеница. Если я зерно, то он будет меня лопатить. А когда он нас лопатит, иногда мы кричим. Я часто вспоминаю слова Жени Полищук, которая сказала, когда мы просим Господи, обрежь нас. И когда, говорит, вот эта пилорама режет, знаете, как кто был, я думаю, многие были видели, как эти ножи ходят, а бревно ровно идет. И когда-то бревно ты чуть-чуть повернешь неправильно, оно будет пропеллером. И она говорит, когда вас обрезает Господь, не крутитесь, вы не будете истинными христианами. Не лукавьте,
Не лицемерьте. Будьте честны по отношению к Богу. Будьте откровенны с Ним. Говорите правду. Вот это от этого мира у меня есть. Вот это мне привязано. Это мне любимо. Это мне нравится. Это мне хочется. Эта мысль даже приятна мне об этом. Я не свободен от этого. И говорит, лопата в его руке. Его лопата в руке его, и он очистит гумно свое. И соберет пшеницу в житницу свою. А солома же живет в нем неугасиме. Здесь не идет речь за стенами этого дома. Здесь и пшеница, и солома. Кто пшеница, а кто солома? Я не буду говорить, но я знаю. Если у меня нет молитвы, если нет желания Слово Богу, Слово Божие читать, если у меня нечего сказать Ему, я солома. Я солома. Плодов нет, славословия нет. А колосок, налитый зернами, он осклонился низко, умолился, а эти пустые, они стоят гордо. Вот я, вот мы, вот мы. А наполненные плодами, они склонены очень низко, они всегда смиренны, они всегда умолены, они ищут своего, они всегда смотрят вниз. То есть ищут не своего, а Божьего. Очистить гумно. Не думайте, что будет так. Не думайте, что будет так, как мы думаем, что «О, все хорошо». Все хорошо. Ну, мы ходим в собрание. Все хорошо. Знаете, придет день, Бог молчит. Бог ждет моего сознательного покаяния. Но когда, заметьте, Бог начнет делить, это очень больно. Когда он начнет лопатой лопатить, гумно свое очищать, это очень больно. Вы слышали, пальцы летят. Руки отчивают. Но он чистит. Он не будет смотреть. Сын ли ты верующих родителей? Ходил ли ты в церковь? Заключал ли ты завет? Он не будет это смотреть, но он будет лопатить. Он будет чистить, потому что его лопата в его руке. Так написано. Его лопата в его руке. И он будет чистить. Не дано право чистить никакому пастору, епископу, архиепископу или пророку, но это право имеет только Сын Божий. Потому что он отдал жизнь. И вот сегодня это не просто было это место Писания. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился и отверзся с неба. И Дух Святой снизошел на него, и в телесном виде, как голубь. И был глас с небес, глаголющий, «Ты, Сын мой, возлюбленный, в тебе мое благоволение». Я немножко хочу прочитать другое место, которое мы слышали тоже сегодня, читал брат Володя. И это место мне очень, кстати, сегодня нам, мне первому, 3 Царь, 2 глава. Приблизилось время умереть Давиду, и он завещал. 4 стих, даже с 3-го, что он сказал, «Я отхожу, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путям Его». И соблюдая уставы Его, и заповеди Его, и определение Его, и постановление Его, как написано в законе Моисеев, чтобы быть тебе благоразумным во всем, чтобы ты что не будешь делать везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил слово свое, которое Он сказал. И обо мне, говоря, если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить передо мною в истине, от сердца своего и от всей души своей. Если будем идти в служение от сердца, служить Богу, нам не будет тяжело, нас не будет клонить на сон, мы не будем дремать, нас не будет смыкаться глаза. Почему? Солома ей все равно. Она солома, она ждет огня. Дай поспать, дай отдохнуть, дай расслабиться, не мешай, не беспокой. Это солома. Но здесь он идет, речь идет говорить, наблюдат за путями своими, что ходить передо мною в истине от всего сердца.
не наблюдать за Вадимом, Вася, я тебя поставил, а за собою, за своими путями. Чтобы ходить передо мною истинно от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом. Если ты знаешь, что сделал мне Иав, сын Саруин. Я остановлюсь на этом четвертом стихе. Чтобы Господь исполнил слово свое, которое Он сказал обо мне. Скажите, мы часто молимся, говорим, Бог не отвечает, Бог был на земле, Он исцелял, Он воскрешал, Он делал. Почему сегодня Бог не делает? Мы не ходим по путях Его. Мы не от чистого сердца говорим с Ним. Мы нечестны с Богом, поэтому Бог не отвечает на наши молитвы. Бог не может говорить с нами. Бог ничего общего не имел с грехом. И Бог смотрит, какое сердце мое. От чистого сердца я или не от чистого сердца? Или, может быть, я сегодня просто пришел в служение, прошло сегодня воскресенье. Дорогие мои, я хочу одно сказать. Сегодня мы слышали Слово Божие и слышим его. И именно вот этот момент, что огонь пришел неизвестно на землю, это и есть то, что Господь сегодня желает, чтобы церковь, его невеста, его голубица, его сыновья и дочеря были в силе помазания Святого Духа. Если не будем мы гореть, мы не сможем, то не сможет злые отделиться. Помните, место Священного Писания говорит, что там говорит, этот мир, этот огонь горел, а злые не отделились. Почему? Почему не отделились? Вот здесь огонь, когда горит огонь Святого Духа. Огонь Святого Духа, огонь Господень, то там ничто нечистое и преданное мерзости не устоит. Так написано. При ним не устоит. Крещением должен креститься, и как там люсь, пока сие совершится. Я веду два томления. Он томился, пока сие совершится. Ждал, пока совершится. Об апостоле Павле есть много толкований и много рассуждений. Как-то на днях, по-моему, вчера, или когда мы рассуждали с детьми, я так говорил об этом, что я понимал так и рассуждал так. Так написано, что Павел имел в теле что? Жало. Многие говорят, это жало плоти было, это жало было, глаза его слезились и так дальше. Не буду я сегодня об этом трактовать. Но я хочу сказать об одном. Жали его плоти. Он был человек, которым был, он прошел этот огонь. И он был в этом огне. И в его было жало плоти. Помните, говорит, с кем бы я не плакал? С кем бы я не сострадал? Помните это место Писания? Павел, а зачем тебе это? Почему ты? Ты же Павел, ты же помазанник Божий. Он был таков, что он, когда видел отступление людей, возвращаясь в мир, имея общим, как Христос сказал здесь, отделить мир. Я не пришел в мир, не принес вам мир, а разделение. Разделить. И когда он видит, что братья и сестры в церквах не разделили, не разделились от мира, не вышли из этого мира. В церквах мир, в церквах рок-музыка, в церквах дьявольская музыка, в церквах безжизненные лекторы, в церквах шоу-мод, в церкви приходит того, чтобы меняться мнениями, показать, кто на что гораздо, как одеться и так дальше. Это не церковь, это не церковь, это не церковь Христа, это невеста Христа, это не ее поведение, это не ее одеяние, это не ее разговор, это не ее служение. Церковь Христа, она исполнена силой Святого Духа. Церковь Христа, она движима живой верой. Церковь Христа, она едина. Это живой иронизм. Церковь Христа, это столб и утверждение истины. Там нет, не будет болтологии, но там будет живое слово от Господа. Это церковь Христа.
Я хотел, чтобы он возгорелся. И знаете, апостол Павел, с кем бы я ни сострадал, с кем бы я ни изнемогал, Павел, зачем? В его было жало плоти то, что он не мог, он болезненно переносил, он страдал от того, видя это отступление или этот мир. И он, это больно ему было, это как жало плоти, не мог молчать. Он говорил, он обличал между него на Дух Святой Господь, он говорит Богу, Бог говорит с ним. Вот о каком жале говорил Павел, что он не мог быть. Когда он признавал себя бессильным, силам немощи. И вот здесь еще некоторые места. Я хотел бы зачитать, вы знаете, это очень важные места. И все Слово Божие очень важно. Помните, я говорил о апостоле Павле в прошлый раз, сегодня как продолжение этой темы, третья часть. Деяния апостолов. Тебе пишу эту книгу, первую книгу Феофил. Тебе пишу. Книга Феофил – это история первоапостольской церкви. И вот здесь Деяния апостолов мы читаем в 22 главе. Я хотел бы сегодня эту главу немножко прочитать. Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание. Это речь перед иудеями. Павел описывает свое обращение или рассказывает. Мужи, братья и отцы, выслушайте меня, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Павла, после того, как он уверовал, когда, помните, Бог, я хочу немножко сейчас показать эту сторону, почему он сказал, я пришел принес не мир на землю, а разделение. Здесь очень важно сегодня знать это. Мы разделены, отделены или нет от мира. Поймите только правильно, о чем я говорю. О чем идет речь. Павел, он был отделен от мира. Павел, когда пережил встречу со Христом, заметьте, он не сказал: «Господи, ну иди и тоже чтят тебя. Я же с письмом шел казнить тех, которые вот это ереси. Я пришел и в тюрьму брать еретиков. Я же за чистоту служения». Я помню слова одного православного священника, который сказал в тюрьме: «Братья, не оставляйте лоно Церкви Божьей, не уходите к этим еретикам». Сегодня подобно можно тоже слышать, только не от православных. Сережа, молись, будь в молитвенном состоянии. Сегодня много можно слышать Слова Божьего. Много. И ничего не слышать. И ничего не услышать. И вот здесь Слово Божие говорит. Он обращается сегодня к моему сердцу. К моему сердцу. Он говорит сегодня моему сердцу. Он сегодня говорит мне: «Слушай, я хочу тебе нечто сказать». Что? Здесь он говорит: мужи, братья, отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Что? Какое оправдание? Он говорит с теми, которые, он говорит, мужи, братья и отцы. Вот как он назвал священников, пресвященников, там, где он был в синагогах. Иудеев. Он называет их мужи, братья и отцы. Он не называет их мои враги. Заметьте это. Но Павел, между Павлом и им уже ничего не осталось. Почему? Павел встретился со Христом в огне. И помните, когда Анания, Бог сказал ему,
Если вы внимательно читаете книгу, я просил в прошлый раз читать «Деяния апостолов», то там написано, я так думаю, читайте Павел, Анания, ангел говорит там, ангел говорит Анании, что ангел не мог сделать Павла зрячим, чешуя спала с глаз, Корнилий молится, ангел тоже, Петру пошли, он там тоже молится. Видите, ангел. Но заметьте, Бог употребляет служение ангелов как служебных духов. Как служебных духов? Для того, чтобы приготовить, но делает он. Он делает. Через Павла, через Петра делает. Через Ананию делает Бог. Но он этим проверяет слушание мое слово. Как я услышал, как я поверил, как я принял. Павел, когда услышал, когда встретился, он сказал, я Господи. Вы заметите, это же еще один Ветхий Завет. Я в прошлый раз, или позапрошлый раз напоминал, Исаия. Внимательно, будьте это в 6 главе. Он говорит, год смерти цара Озии, да? Видел я. Видите, видел я. Я даже хочу обратиться, чтобы было больше нам понятно это. Вот смерти цара Озии видел я Господа. Будьте внимательны, видел я. Сидящий на престоле высоком, произнесенном, и края резьё наполняли весь храм. Вокруг него стоят серафимы, у каждого из них по 6 крыльев. Я не читаю дальше. Когда он видел год смерти цара Озии, и сказал я, тогда, когда он увидел, тогда он сказал, будьте внимательны, когда мы скажем, что мы в Господе, и Господь в нас, то у нас будет что говорить в молитве. Они могут говорить, о, мы духовные, мы крещенные Духом, но у нас нет молитвы, у нас нет разговора, братья дорогие. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Когда мы выйдем Его, когда Он пребывает во мне, то я вижу Его, и Павел говорит, что повелишь мне делать? А Исаия говорит, я Господи. Вы заметите, что он говорит, когда он увидел Господа, то я сказал, и сказал я. Когда я вижу его лицо, я вижу его, я вижу не Гену, не Вадима, не Сергея, я вижу себя. Я буду говорить, горе мне, я буду говорить, Господи, горе Вадиму, или горе Гене, или горе Жене, горе им, я вижу их погибают они. А Бог скажет, я вижу тебя погибшим. Потому что ты не видишь меня, ты видишь их. Горе тебе, Херазин. Горе тебе, Вихсаида. Помните? Лучше бы было тебе что? Не родиться. То, что вы видели, то, что вы слышали, они этого не видели и не слышали. И вот здесь он говорит, и сказал я, когда он увидел Господа, и сказал я, горе мне, погиб я человек с нечистыми устами. Да и живу среди народа с нечистыми устами. Видите? Это человек, который увидел Господа. А мы, заметьте, будьте внимательны. Почему я зачитал, взял в основание этот стих Писания? Огонь я пришел неизвестно землю. О, как томлюсь, пока сие совершится, как бы желал, чтобы он совершил, возгорелся. Почему этот огонь сегодня не горит? Если этот огонь будет гореть, то он будет сжигать все нечистое. И говорит, я томлюсь, пока сие совершится. Павел томился. И говорит, жал во плоти. Больно смотреть было на этот мир в церквах, в народе. И вот разница. Горе мне. Я нечист. Да и живу среди народа с нечистыми устами. И заметьте, куда он сказал, увидел я, а дальше что? Сказал я. А дальше, после того, как увидел, сказал, идет, услышал я. И смотрите внимательно.
Тогда прилетел ко мне один из серафимов, в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвы, и коснул уст мой и сказал: «Вот коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Видите? Бог сказал. Ну, мог же Исаия это прослушать просто. Ну, он сказал. Ну, взял. А заметьте. И один из серафимов, опять служение ангелов, и сказал ему, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И только тогда он говорит, видите, увидел я, сказал я, а восьмой стих, и услышал я. Видите, как идет все по ступеням. Сначала что? Увидел Господа, сказал Господу, потом услышал от Господа. А мы не видим Его, не говорим Ему, а слушать хотим от Него. Так не получается. И так не будет. Так не будет. Бог так не действует. Бог так не может общаться со своим народом. И он говорит, когда он, 8 стих, и услышал я голос Господа, говорящего ко мне, говорящего, что? Кого мне послать? И кто пойдет для нас? И опять после того, как услышал я, и опять говорит, и сказал я, аллилуйя. И что он сказал? Вот я, пошли меня. Вот подлинная свобода. Вот подлинное освобождение. Вот подлинное освобождение, обновление внутренности человека, который увидел Господа, сказал Господу свои грехи, сознал, покайся, покаялся, услышал от Господа слово и сказал Господу: «Вот я». Павел, когда встретился со Христом, он сказал: «Кто ты, Господи?» И дальше что Павел сказал? «Что повелишь мне делать?» Видите? А у нас? Ну, мой папа и мама верующие. Мы ходим в церковь с малых лет. Ой, сегодня твои одногодки принимают крещение. Доченька, сыночек, давай крестись за компанию. Крестились. Из мокрых, из сухих грешников стали мокрые, но не больше. Но встречи с Богом не пережили. Очищение от угля из жертвенника клещи этот уголь не коснулся, не очистил. И этот мир остался во мне, и я в мире. Это идет о мире, о том, что и правильно поняли, что такое мир, чего он сказал, пришел, не принес мир, а разделение. Освободить, разделить от этого мира, очистить. И когда он взял этот клещ и коснулся, да, очистил, то говорит, тогда я услышал, что говорит серафим. Бог говорит, один серафим. Бог сказал. И когда он услышал, что Бог сказал, то он сказал: «Вот я, Господь!» И сказал я Господу: «Вот я!» О, чудный Господь! Аллилуйя! Он сегодня говорит мне, моему сердцу: «Видел ты, Вася? Сказал ты, Вася? Услышал ты, Вася? И что ты ответил, когда услышал? Вот я, Господи!» Или, может быть, там еще что-то: «Ой, подожди!» А за нас шепчет: «Ой, подожди, еще раз! Тебе еще рано проповедовать, тебе еще рано молиться, еще духовно возрасти, еще укрепнуть, еще не, тебе не все гораздо, не все хорошо. Посмотри, потом, потом». Мы это слышим? Мы умерем. Мы не разделились. Я никогда не стану своим усилием святой. Только тогда, когда употребляющие усилия восхищает царство. Какое? Когда я буду говорить, как Исаия: «Горе мне, погибь я, я человек с нечистыми устами, я, Господь, нечист, сам я не смогу быть чистым, если ты не очистишь меня, как тебе в твоей руке лопата для того, чтобы очистить гумно. Очисти меня, освети меня и сделай белее снега одежду мою». А Бог, видите, что ему Исаия сказал: «Я беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Если бы Исаия это прослушал, если бы Исаия просто промолчал,
Что это было? Как же мы слышим, что Бог говорит, я прощаю тебя, я очищаю тебя, а у меня все равно тянет этот мир. Музыка мне нравится, поведение мне нравится, алкоголь мне нравится, запах курева мне нравится, и там другие вещи мне нравятся. Бог очистил, Бог освободил, Бог сказал, но я не услышал. Вот где проблема. Я не услышал, и я Богу ничего не ответил. И поэтому я не могу стоять. И поэтому меня болтает в разные стороны. Поэтому я не могу противостоять. Как Павел говорит, желание добра есть во мне, но этого не нахожу. Дело добро. Не я, живущий, у меня грех. И сегодня Слово Божие говорит, это место Писания, вы знаете, когда вчера вечером мы там паковали еще посылки и так рассуждали, я говорю, Господи, а завтра служение говорить? И и Бог говорит, есть это Слово, вот это нужно, вот это нужно. Что я видел? Видел я Господа, сказал я Господу, услышал я Господа. И ответил я Господу, что я увидел, что я сказал, о чем я сказал, что я услышал и что я ответил. Проверь вас и себя, каждый себя проверьте. Только честны будьте пред Богом. Вы обманете не кого-то, только самих себя. И из-за того, что мы нечестны пред Богом, вот это мы смотрим, ой, там так, дорогие мои. Бог мне показал на основании Священного Писания, в Слове Божьем, не через видение, откровение. Вот здесь увидел я Господа. Господа увидел я. И Он закричал, горе мне, погибя. Видите, что Он сказал? Мне горе, погибя. Я человек с нечистыми устами. А почему я не отделился? Ведь написано, дружба с миром. Как вы думаете, это местописание о чем идет? В том, что я дружу с миром, это сегодняшними Голливудом, артистами или другими неверующими людьми? У этого идет речь? С миром? Нет. Именно мир в церквах. И если я дружу, я борюсь с Богом. Я борюсь с Богом. Если мы сегодня подражаем этому, говорим об этом. И сегодня идем к этому. Дорогие мои, давайте мы остановимся над этим. Сегодня я слышал такое выражение. Однажды на похоронах хоронили одного большого человека. И там сказали, он достиг совершенства. Где так написано? Если хорошо, а мне Бог так сказал. Павел сказал, так написано, не достигну ли я, как достиг меня Господь. Забивая задние, простираюсь вперед. Так написано. Но что было написано, что достиг совершенства. И поэтому Бог забрал. Что уже дальше некуда, уже он на пьедестале, пора его взять. Нет, это не Бог. Слово Божие так не говорит. И вот сегодня Он говорит мне, Он сегодня учит меня, предупреждает меня и наставляет меня. Я бы хотел сегодня немножко будем рассуждать. Я опять иду к Иоанну, то есть к Деяниям. Я говорил, услышал, увидел, сказал, ответил. Я говорил сегодня, я в прошлый раз говорил о Павле, и сегодня буду говорить даже о нем, но немножко хочу сказать сегодня о Петре. Я довольно часто это место вспоминал, и на эту тему даже проповедовал. Но я хочу напомнить, вторая Деяния апостолов,
третья глава и четвертая глава. Я не буду главы читать, я только выборочно буду стихи второй главы. Сорок второй стих. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Постоянно пребывали. Постоянно пребывали они только в молитвенном доме или в церкви, где служение. Нет, постоянно это на всяком месте. Быть в молитвенном состоянии. То ли в доме, то ли на работе, то ли за рулем, то ли в дороге, то ли в транспорте. Они в общении. Молитва – это разговор общения с Отцом. И вот здесь, и каждый день они единодушно пребывали в храме, пребывали в храме и преломляли по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви. Заметьте. Господь, хваля, находясь в любви всего народа, хваля Бога и находясь в любви всего народа, Господь ежедневно прилагал спасаемые церкви. Палаток не разлагали. Элекционные служения не делали. А Бог прилагал. Из-за чего? Из-за того, что они хвалили Бога. Были постоянно в молитве. И что? Они были находясь в любви у всего народа. Потому что народ видел, что это не просто ученики. Это представители небесной страны. Те, которые услышали Господа, сказали Господу, и очистил Господь, и они ответили Господу. Вот я, что повелишь мне делать? На них, за это на них налаживали руки и заключали в темнице, тоже пересвященники. Но они их не смогли остановить. Теперь я читаю 4 глава. 10 стих и ниже. «Тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому». Я немножко возьму выше, чтобы вы знали. Это 4 глава, 1 стих и ниже. Там идет речь, что начало гонений и Петр, и Иоанн перед Синедрионом. Свидетельство Петра об Иисусе. Когда говорили народу, к ним приступили священники, начальники стражи при храме и саддукеи. Досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки и отдали их под стражу. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. Видите? Нигде не написано «Деяния апостолов», и тебе пишу Феофил, чтобы ты это помнил, что первая история первой апостольской церкви была таковой. Там не нужна была реклама, как Христу, там не нужны были объявления и плакаты, что надо было собрание. Там не нужно. Там не нужно было. Но там нужен Иисус, где огонь Святого Духа. Там этот огонь, этот Дух Святой касается сердец. Сегодня, как Господь сказал, многие говорят о небе, о небесном царстве, небесной жизни, сами этого не знают и сами в этом не пребывают. Это страшно. И вот здесь сегодня он говорит, здесь это Слово Божие. Многие из слушавших Слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалиме начальники и старейшины книжники. Иоанн, пересвященник, и Каиафа, Иоанн и Александр, и прочие из рода пересвященнического, и поставив их посреди, спрашивали: какой силой или каким именем вы это сделали? Это идет речь о том, их допрашивают, что этот хромой, сидящий у ворот храма, встал и кричал и славил Бога от рождения матери. К
Кому, как не им, знать, какой силы, правда? Вы видите, я почему это место показываю? Потому что Бог показал его мне. Исаия был пророк. Но до тех пор, пока он не пережил этой личной встречи, он не говорил, что горе мне погибе. Будьте внимательны. Но Богу нужен был этот Исаия. И Богу нужен был этот человек, который как Исаия, и он хотел его очистить. Чтобы Исаии уста были Божьи уста, Исаии глаза были Божьи глаза, и весь он его, его уделе, его воле. И как Христос говорил, я ничего не творю сам, не видел впереди творящего. И не в своей воле, но в воле пославшего меня Отца. Скажите, а я могу быть в своей воле? А я так понимаю. Это чья воля, Божья или моя? А давайте, а как Христос здесь понимает? А здесь Христос как поступает? Часто мне говорят, Христос пришел за грешниками, и Христос любит грешников. Да, и аминь. Его миссия и была прийти на землю ради грешников. И он пришел сюда, чтобы спасти грешников. Только будьте внимательны, кающихся. Видящих себя, как Исаия сказал, горе мне, погибья. Не тем, которые в церквах сидят и не имеют нужды в покаянии. Бог с ними, написано о них, имеющие вид благочестия, силы-то его отрекшиеся, таковых присоединяясь, да? Но это же мои братья, это же мои сестры. А почему удаляться? Силы моей отрекшиеся, другими словами, меня отреклись, меня возненавидели, меня не захотели, чтобы я преломлял, чтобы я освящал, чтобы я открывал, чтобы я действовал, чтобы я освобождал, меня удалили. Тебе там делать нечего. Таковых удаляйся. Таковых удаляйся. И говорите, он здесь, это Слово Божие, он говорит об этом. И поставили сказать, какой силой вы, или каким именем вы сделали это. Тогда Петр, исполнившись, видите, что делает Бог? Бог не дает мне права исполниться гнева, негодования, обиды, зависти. Я знаю, так написано. Я сейчас вам отвечу. Нет, Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, и если от нас сегодня требует ответа, благодеяние человеку немощному, как он исцелен, то да будет вам известно всем, вам и всему народу израильскому, что имени Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, вид благочестия имеющий, силы его отрекшийся, вы распяли своей жизнью, своими поступками, своими разговорами, своими действиями, вы распяли. Но мы сегодня не распинаем? Распяли. Которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, с жиждущими, но сделавшими главой угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, видя смелость Петра и Иоанна, и приметил, знаете, что они приметили? Приметил, что они люди не книжные, рыбаки, простые. И простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были за Иисусом. Выйдя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И сказал им, приказал им выйти вон из Санедриона. И 18 стих. И приказав им, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить от имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ,
Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас, более нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Видите? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Вот почему я брал Исаию. Видел я Господа. Видел я Господа. Слышал Господа. Сказал Господь. И здесь он говорит, мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Вот что нужно нам, проповедникам, видеть и слышать. Если мы не будем видеть и слышать, нам нечего говорить. Нам не о чем сказать. Бо мы не видим, мы не слышим. У нас мозг может работать. Но сегодня здесь Петр и Иоанн говорят, мы не можем не говорить. Они, исполнившись Святого Духа, они не могут не говорить того, что видеть, того, что слышать. Видят творящего, говорящего, прощающего, освобождающего, встающего, скачущего, освобожденного, исцеленного. Видеть. И не может не говорить. А его не заставишь молчать. И смотрите, что после этого сказал Петр. То есть сделали они. Мы не можем не говорить. Они, пригрозив, отпустили их, и не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Был отпущен, они пришли к своим, пересказали, что говорили и им пресвященники и старейшины. Они же, выслушавши, единодушно, видите что? Церковь. Вот что такое церковь. Они же, выслушавши, единодушно не было. Один так понимает, другой так, а у нас так, а я понимаю и так. Нет, единодушно. Вот это церковь. О чем я всегда говорю? Если у нас этого не будет, у нас не будет духовного роста, у нас не будет подъема, у нас не будет жизни, когда не будем едины в Боге и друг с другом. Возвесили голос к Богу и сказали, «Владыко Божие, сотворивший небо и землю, море и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего сказал Духом Святым». Что? «Что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земли и князя. Князи собрались вместе на Господа и на Христа Его». Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего, Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским. Это молитва. Единодушно возвысили голос, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое. Видите, что делает Бог? Дух Святой? Огонь. Я пришел неизвестно землю, и как томлюсь, пока сие совершится, как бы желал, чтобы он уже возгорелся. Возгорелся. У нас будет оно. Мы не будем молчать. Нас не заставит никакая скорбь, теснота или гонение молчать. Не заставит никакое обстоятельство молчать. Если во мне Царство Божие внутри, и Он восседает на троне. И ныне, Господи, воззри на угрозы, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово. Заметьте, они сказали наше. Как часто выходит проповедник и говорит, я в немощи своей хочу сказать Слово. Если ты в немощи, то сиди кай, и за как выдают тебе не место. В немощи сиди кайся, чтобы было Слово от Господа в силе помазания Святого Духа. И он говорит, чтобы говорить смело, говорит слово твое. Видите? Не мое, не Васино слово, а слово от Господа. Павел говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передал. Смело говорить. Петр, исполнившись Святого Духа, начал говорить
Слово Божие с дерзновением, так написано. С дерзновением. Тогда, как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделанные знамения и чудес именем Святого Сына твоего Иисуса и по молитве их. Заметьте, вот что такое единодушно. Заметьте, что выслушав они единодушно возвысили голос. Вот что такое единодушно возвысить голос. Вот ответ на молитву единодушно возвысивший голос. И по молитве их поколебалось место. А у нас даже в молитве, я не говорю за кого, за себя, в молитве даже мое сердце не шевелится. Не говорю, что место поколебалось. Сердце даже не шевелится, не кается. Я праведник, я святой. У меня все хорошо. Что это за состояние? Что это за состояние Церкви Христовой, которая ожидает Его пришествия? Что это за состояние? Дорогие мои братья и сестры, что это? О чем это говорит? Что мы стоим на колени, и у нас нет молитвы. Почему? Почему? У нас нечего Ему сказать. Мы лжецы, мы лицемеры, мы эгоисты. У нас нечего сказать Богу. Исаии было что говорить, горе мне, погибь я, я человек с нечистыми устами, да и живу среди народа с нечистыми устами, но он сказал, горе мне, погибь я. И услышал он, что сказал один из серафимов, ты прощен, я своими словами говорю, ты очищен. Сегодня я хочу сказать, ты услышишь, что Господь скажет тебе, ты омыт кровью акция, я просил тебя, и ты это услышишь. Но ты не промолчишь, ты скажешь, вот я, что повелишь мне делать. А где же мы сегодня? Почему? Он говорит, все они были единодушно вместе, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны. И дальше идет речь. И исполнились. Заметьте, поколебалось место. Поколебалось место. И исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Сначала Бог говорит о том, что услышал я. Первоапостольская церковь, и это пишу тебе, Феофил, пишу тебе, мой возлюбленный, пишу тебе, потому что имя Феофил, это возлюбленный Богом, пишу тебе о том, чтобы ты понял, о том, что я пишу тебе, напоминаю о том, чтобы ты знал, что эта первоапостольская церковь, история ее была такая. Такая была молитва, такое было служение, такое сошествие Святого Духа, когда пришло сообщение, чтобы вы замолчали, чтобы мы отпускаем, но вам запрещаем больше проповедовать. Они единодушно возвысили, выслушав, единодушно возвысил голос свой. Богу. Заметьте. Они, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, Владыко Боже. Что мы говорим сегодня? Возвысил голос Богу. О чем? О, я вижу, некоторым надоело, что я говорю о любимый Феофил. Я буду говорить до последнего биения сердца, потому что он сказал, возлюбленные мои сыновья и дочеря, это Феофил, это ты, это я, это мы. Чтобы мы не забывали, что Он возлюбил у смерти и смерти крестно. Я буду напоминать, я буду говорить, потому что Иисус жив здесь. И он говорит, ты не можешь понять, тебя это возмущает, потому что ты оценил, какой любовью возлюбил тебя. Я называю возлюбленный мой, возлюбленный мой. Павел говорит, возлюбленные братья и сестры, возлюбленные мои. Почему возлюбленные? Возлюбившие до смерти и смерти крестной. Я пишу тебе, Феофил, я пишу тебе, Василий, это место, что когда вы сходитесь, у вас есть псалом, есть молитва, есть откровение, есть язык, есть наречие. Где оно? Когда вы сходитесь, вы, выслушав слово и возвысили Господу, голос свой сказали ему. И тогда поколебалось место. Поколебалось место. Не надо отсюда колебать кого-то. Мое сердце колебается или нет? Мое сердце сокрушается или нет? Сегодня Дух Святой.
Сегодня Господь напоминает мне, и тебе и мне сегодня говорит о том, что сегодня это был... Я пишу тебе, Феофил. Это было такое, история церкви. Это история их жизни. Это твоя реальная моя жизнь. Если у меня этого нет, если мы единодушно вместе, если мы не возвысим голос свой, мы будем остаться соломой, ожидая огня. И будем говорить, мы члены церкви, а Бог говорит, солома. Ожидание огня, солома в ожидании огня. Там, где в церквах сегодня спокойствие, порядок, это солома, уложена в снопах, ожидает огня спокойно, не шевелится, там нет действий, там нет движений, там нет колебаний, там нет покаяний, там нет исповеданий, там нет крика, там нет вопля, там нет радости, там порядок. Ожидание огня, солома в ожидании огня, а церковь, невеста Христа в ожидании Христа, она возвысила голос свой, она молится, она взывает к Богу и колебается место, аминь. И сыновья его говорят слово Божие с дерзновением, исполнившись Святого Духа. Не безжизненные лекторы, не лекции проводят сегодня, а слово от Господа. Слово от Господа. Это очень важно. И по молитве их поколебалось место. Где были собраны и исполнились Духа Святого, говорит Слово Божие с дерзновением. У множества, не у всех, будьте внимательны, чтобы ты знал, Феофил, не все будут. Ты не заставишь, если Дух Святой не коснется, если огонь Святого Духа не очистит, не прожжет это все нечистое, то у множества уверовавших было одно сердце, одна душа. И никто ничего из имени своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Видите, какое слово? Апостолы же с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. С великой силой свидетельствовали о воскресении. Дорогие мои братья и сестры, какой силой, о чем свидетельствую я сегодня? О воскресении Господа или о том, как я погряз в этом мире? И как мир во мне, и я в нем. Я бы хотел, чтобы сегодня это слово не было, как вчера и третьего дня. Я бы хотел, чтобы сегодня Дух Святой коснулся моего и твоего сердца. И мне сегодня... Слышать это слово и сегодня говорить с ним. Я хочу напомнить, опять я иду, возвращаясь, как я говорил, Павлу. 19 глава. Придя в синагогу, 8 стих, он необязанно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословля путь Господень перед народом, то он оставил их и отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого Тирайна. А почему не проповедовал этим людям? Отделил, ушли отдельно ученикам проповедовать. Будьте внимательны, в чем мы часто путаем. О чем мы часто путаем, мои дорогие братья и сестры. Деление и отделение – 2 больших разницы. Как ожесточились, не верили, злословили путь Господня перед народом, то Он оставил их, отделил учеников и ежедневно проповедовал училище некого тирана.
Почему он этим людям не проповедовал? Бо Бог сказал, как, хватит. Этот народ больше не слышит и слышать не хочет. Почему? Они ожесточились, не верили, злословили путь Господень. Вот почему. И Бог говорит, выйдите, отделитесь, не прикасайтесь. Понимаете, о чем я говорю? И это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь Господа и Иисусе, как иудеи, так и эллины. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагал платки, а поясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над не имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали как какие-то 7 сынов иудейских, первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто? Сколько сегодня этих сынов иудейских так же само говорят, мы Господни. Мы от имени Господнего. А он говорит, Иисус знаю, и Павел мне известен. А вы кто? Богу нужны те, которые сказали Богу однажды, видел я Господа, горе мне, погиб я, услышал я от Господа и сказал я Господу. Вот что нужно сегодня. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и еленам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая свои дела. А там пишется, как они там и каялись, и чародеи, и довольно многие, собрав книги, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось на 50 тысяч дра. С такой силой возрастало и возмогло Слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе пройти Македонию, Ахию и идти в Иерусалим. Сказал, пробыв там, я должен видеть Рим. Павел знал, что его путь подходит к концу. И именно он должен видеть Рим, где он положит свою голову на плаху. И ему ее отрубят. Он это знал. Но не сказал, что я не пойду. Это человек, который был человек молитвы, человек воли Божией, который также Сома сказал. Смотрите, они кричали, когда на Павла, и когда где Павел был, вышло, они исполнились ярость, стали кричать, говоря Артемида Эфесская. Вы помните, о чем там идет речь? Но когда Павел, 22 глава, он говорит, мужи, братья и отцы, выслушайте меня теперь, мое оправдание пред вами. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал, я иудеянин, родившийся в Тарсе, Каликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Видите, он был человек верующий. О чем я сегодня говорю? О том, что мы можем говорить именно о религии. Что там тоже, мы видим тоже, там же тоже собирались люди. Там, где был раньше Павел, там тоже собирался народ. Видите, что он здесь говорит? Я иудей, родившийся, воспитан, наставлен, тщательно наставлен в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне, ревнители по Боге. Ревнители по Боге. Но Бог его встретил на пути и сказал, Сав, Сав, кто ты, Господи? Я тот, который ты гонишь. Ревнитель по Боге гнал Господа. Видите, как может быть? Мы этого не можем понять, что мы можем быть ревнители. Только какие? И здесь Павел, апостол Павел, его жизнь, она для меня большое свидетельство. И это пишу тебе, Феофил, тебе сегодня Вася, сегодня Галина, Мария. Сегодня пишу тебе, Сергей, пишу это. Сегодня пишу тебе, Женя, Вадим, пишу это, что именно я был таков. Я был таков.
Даже до смерти гнал последователей всего учения, связывал, продавал в темницу и мужчин и женщин. Как засвидетельствовал мне пресвященники и все старейшины, от которых и письма взял к братьям, живущим в Дамаске. Я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вокруг сиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говорящий мне: «Сав, Сав, что ты гонишь меня?» Я отвечал: «Кто ты, Господи?» Он сказал мне: «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Как можно ходить в церковь? Можно быть ревнителем Бога и гнать Его своей жизнью, своими поступками, гнать Его. Дорогие мои братья и сестры, я не знаю, как вам, но мне сегодня это место Писания, вот эти слова настолько врезали, что я могу быть, думать, что я ревнитель, я служитель, я проповедник, но я гонитель. Я гонитель. Если я сегодня там, не вижу я сегодня там, как Павел говорит, я упал на землю. Смотрите, Исаия тоже. Куда он это увидел? И закричал: «Горе мне, погиб я». Павел тоже сказал: «Кто ты, Господи?» Видите? Павел сказал: «Я Иисус Назарей, кто ты гонишь? Бывший же со мною, свет видели и пришли в страх, но голоса говорящего мне не слышали». Чтобы сегодня это так, а почему наставил Феофил? Он написал, бо сегодня такие есть. Сегодня я сказал, допустим: «Вадим, братья, и знаете, я был гонитель, я такой-такой, но вот я, вот со мной был Вася, был Славик, был Гена, и вот когда Бог мне говорил, Бог говорил, был свет, они видели, но голоса не слышали». Сказали: «Чудак, такого не может быть. Это неправда, выдумляет, это ложь». Вот видите, что сегодня часто говорят. Вот да, там его мозги с головой не дружат, такого не может быть. А здесь написано: «Голоса, говорившего мне, не слыхали». Это Божий промысел. Это лично, это индивидуально для Павла. Я говорю с Павлом. Мне нужен Павел. Я встретился с Павлом. Я говорил с Павлом. Павел говорит со мною. А вы рядом с ним. Вы только подвязаете, вы только его поддерживаете. Но вы не ищете ж Бога. Тогда сказал я, видите? Тогда сказал я: «Господи, что мне делать?» Господь сказал мне: «Встань, иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». Что Бог не мог сказать? Бог. Но Бог здесь употребляет и говорит. Служение ангелам. Дальше есть уделы. Заметьте, нигде... Нигде я больше не встретился ни в какой послании о Анании, о этом муже Божьем. Но этот человек был муж Божий, в воле Божией, в уделе Божьем. Он молился, и Бог ему сказал: «Анания, выйди на улицу прямую, иди туда. Там есть Павел Тарсянин». О, Павел Тарсянин, Савву, гонитель. Он мог бы, как он сказал, я слышал, что он гонит. Но этот муж так не сделал. Он был послушен Богу. Даже если смерть, он сказал. А Господь сказал Павлу: «Что мне делать?» Павел сказал: «Иди туда, я там тебе все скажу». И Бог через этого послушного мужа, Ананию, говорить этому рабу своему, этому ревнителю, гонителю Церкви Божией, первоапостольской церкви, Бог говорит ему, что дальше делать и как он пострадает. При встрече с Богом мы привыкли, что и Бог нам говорил так, как мы хотим. Свой Бог не мог так Павлу все объяснить, не надо Ананию. Бог употребляет не значащего, не выдного, не знаменитого, не одаренного, который всем известен, Ананию, но никто не знал, и о нем никто не знал ни до, ни после.
Но через него Бог сделал свое дело своим рабом, который после того, как Бог сделал через раба Ананию, этот муж Божий Павел, сколько сделал дела Божьего. Сколько тысяч и тысяч душ познали Бога. И по сей день, читая его письма, его послания, люди познают Господа. Глаза открываются, люди освобождаются, потому что слово от Господа. Мы привыкли, чтобы это было так. Но Бог избирает, и нам может отвечать не оттуда, откуда мы ждем, видно, знаменитого, дарованного и другого. Бог в немощи делает сильно. Не в знатности, не в величии. Никому не видно, не видя, не знавший о нем Анании. Бог совершил свое дело, и больше Анании нету. Ничего о нем не слышно. Бог употребил. Может, тебя однажды Бог хочет употребить, как Ананию. Будь послушным ему. Может, меня хочет Бог однажды употребить, как Ананию, но сказать там это слово и совершить эту молитву с возложением рук. Эта чешуя спала с глаз, аминь. Может, тебя Бог посылает там зайти в этот дом, помолиться за брата или сестру, помолиться, эта чешуя падет с глаз. Но ты говоришь, а кто я? А кто я? А кто я? Нет, он не сказал. Господи, иди на улицу прямую, иду. А там делает Бог. И он приходит, и Господь сказал, его имя Иисуса Христа. И говорит, ты что? И помолился, и что помолился? И крещение Духа Святого Павла произошло тоже там. И больше раб Анания, слуга Божий Анания. Бог о нем молчит. А тот, которого сделал Анания по слушанию Бога эту молитву, по сей день говорит. Видите? По сей день говорит. И ты, Анания, уже давно там, и Павел давно там, у Белого престола. Но это слово живо и действенно. Этот пример и сегодня реален. И сегодня реален. Молитесь. Нам нужна молитва, нам нужна свобода. Мы на этой земле. Нам нужна свобода. Не религия, не обряд. Нам нужна свобода. Что? Сказал, Господи, что мне делать? Господь сказал, иди, куда? И он говорит дальше. И как я от света слави, того лишился зрения, то бывший со мною за руку привели меня в Дамаск. И некто, Анания, муж благочестивый, по закону одобряемый всеми иудеями, живущий в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне, брат Саву, никогда не видел. Только слышал, что он гонитель. Он приходит ему и говорит, брат Саву, прозри. Я тотчас увидел его. Аллилуйя. Видишь, что Бог делает? Испитав Павла, испытав Ананию. Бог хочет через нас, чтобы мы не сидели просто в церкви, а Бог хочет что-то делать. Он хочет где-то тебя и меня употребить. Может, мало, но это очень сильно. Ведь Анания будет, казалось бы, очень мало употреблен. Но смотри, что после этого, какой результат. Давайте не будем в этом судить, что там хочет с меня Бог, кто я таков. Иди и слушай, что скажет Бог, сделай, что хочет Бог. Выйди на эту улицу, зайди в этот дом, зайди в эту семью, скажи это слово, помолись, поддержи. Мой человек это сегодня, как это чешуя на глазах, как у Павла, он не видит, он не видит. Там нужна молитва, и эта чешуя спала с глаз, он стал видеть. И благодаря Господу, что Бог открыл эти глаза, и посредством жизни апостола Павла, Бог открывает многим глаза. Эта чешуя спадает с глаз. Неверия, страха, религиозности, обряда. Собственную святость. Это чешуя, которая многих ослепила. И он сказал мне, Бог отцом наших предизбрал тебя, чтобы ты познал Бог отцом наших. Видите, какое слово было? Слуги Божьего. Бог отцом наших предизбрал тебя, чтобы ты познал его, увидел праведника и услышал голос его из уст его. Аллилуйя. Видите, что он сказал? Другими словами, Павел, ты великий, велико приобретенный лицом Божиим. Тебе указана великая честь. Я, Анания, того не видел, лично его не видел, как ты. Встретился с ним.
Я не видел его так, как ты, я не с ним не говорил, и он со мной, как с тобою. Мне он ангела послал сказать, а с тобой и лично говорил. Но запомни, Павел, он избрал, предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его. Познал волю его. Видите, не узнал. Я почему с самого начала зачитал, как было зачитано Володей, когда он умирал, завещание давал, молитва, и там была такая, если сыновья твои будут исполнять волю мою. Вот тут очень важно. Волю Отца пославшего. Воля Отца пославшего был Сын Божий, а я в чьей воле? И он говорит, Бог предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, не узнал, будьте внимательны. Мы много знаем, читаем, на память знаем. А здесь говорит, узнал. Нет, познал волю Его. Познал – это жить. В Нем, в ней, в этой воле. Не в своей, а в воле Божией. Жить, как Он хочет, быть там, где хочет Он. Говорить, как Он здесь сказал бы, поступать, как Он здесь бы поступил. Потому и увидел праведника, услышал глаз из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем. Будьте внимательны. Почему? Потому что ты будешь ему свидетелем. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелем. Вот отвечает. Потому ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Аллилуйя. Что я могу быть? Если сегодня мы можем ехать куда, в любой континент, страну мира, и говорить, что мы евангелизируем, а если мне Бог не избрал, если Он во мне не пребывает, и я в Нем, если я не в Его воле, и Он не во мне, и я не в Нем, что пользы? Я медь звенящая, кимвал звучащий не больше. И говорит, потому что ты будешь ему свидетелем, будьте внимательны, перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Что я буду проповедовать вам, если я ничего не видел и ничего не слышал? О чем я буду говорить вам, что где-то я начитался этих книг, этих историй и тому подобное? Нет, здесь Павел подписывает, и я пишу тебе, Феофил, о Павле, что он проповедовал то, что видел и то, что слышал. Я хочу, чтобы в церквах были проповедники, говорили то, что видели и то, что слышали, пребывали в силе Божией, в силе Святого Духа, помазание Святого Духа, исполнение Святого Духа, тогда тень проходящая Петра исцеляет, тогда по возложению рук исцеление, освобождение, обновление, освобождение будет тогда, когда мы будем идти к Нему. Когда будем идти к Нему, и будешь ты Ему свидетелем. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, омой грехи твои, призвал имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление. Аллилуйя. Это не что-то галлюцинации. Это реальное выступление. Это когда человек выходит на личную аудиенцию с Господом. Это душа, это вечно живущая. Она встречается со своим Творцом и Создателем. Иступление – это и есть, когда люди выходят из тела, души и встречаются с Господом. И Бог показывает, Бог учит, и Бог дает, что им есть, о чем говорить и что говорить. Я пришел в иступление и увидел его, и он сказал мне, поспеши. И выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь мне примут твоего свидетельства. А мне, видите, где как в Иерусалиме, выйди поскорее, видите, здесь не примут. О, Павел, да как так, да это же Бог только мог в Иерусалиме, Павел, да это ненормально, неправильно, как это так, там что, не народ Божий? А там что, не народ Божий? А там что, не молятся? А там что, не собираются? Да, а Бог говорит, выйди поскорее, не примут. Не примут ожесточение. Я сказал, Господи, им известно, что я верующий в Тебя заключал в темнице и был в синагогах.
И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял и брал убиение его, и стерег одежды, побывающей его. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. До этого слова слушали его, а засим поняли крик и говоря, истреби от земли такого, ибо ему не должно жить. Это говорили верующие, кричали верующие. Видите? Как приняли, как поверили. Не то ли сегодня время мы живем. Между тем они кричали и метали одежды, бросали пыль в воздух. Тысяченачальник повелел вывести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Знаете, дальше не читаю. Узнали, как там он гражданин Рима, как испугались. Я не об этом сегодня говорю. Я говорю, опять-таки, сказал я, Господи, что мне делать? И когда он был в выступлении, он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима. Когда мы в Господе, когда Господь в нас, у нас эта жизнь обновления, исступления будет. Вот причина, почему нас нет. Потому что мы не пережили этой встречи, мы сердечно не раскаялись, мы от сердца не сказали, вот я у Господи, и поэтому этот мир в нас, мирское в нас, понятие этого мира в нас, эти все взгляды, это в нас, мы так понимаем, мы так рассуждаем, так должно быть. Выбросьте это, если хочешь, будет Царство Божие. Как Христос на этом месте. Как думает Он, как говорит Он, как Он здесь говорит, потому ты будешь Ему свидетелем. Чтобы я хочу, чтобы сегодня Бог мне говорит, я хочу, чтобы ты была, сестра и брат, свидетелем Богу. Что мы верим, что мы слышим Ему. Слава. Аминь.